Мы находимся в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Самое главное условие – мы должны быть в маске и в специальном костюме, потому что это стерильная зона. Ангелы в белых халатах или иначе врачи-реаниматологи, медсестры отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных родильного дома. Каждый день они борются за жизнь малышей, которые требуют круглосуточного наблюдения, индивидуального подхода и мониторирования. Трудовой день специалистов начинается с обхода и получения всей необходимой информации о маленьком пациенте, чтобы грамотно назначить лечение. Во-первых, нужно говорить правду. И нужно говорить так, что будет дальше и как выйти из этой ситуации. Врач-реаниматолог – не просто специальность, это призвание. О буднях отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Одинцовского роддома подробнее смотрите в программе «Про здоровье». Раиса Киян, Станислав Трифонов, Илья Рыков, телекомпания «Одинцова».